осталось 2 доклада, и я с радостью представляю нашего следующего спикера. Он приехал к нам из Минска. Это Валентин Конан, а.к.а. Trash Smash, а.к.а. Тайлер Дерден. Сколько вас здесь сегодня собралось? А вы знаете, что это обозначает? Что многие из вас нарушили первые два правила клуба. Сегодня мы будем выступать в немножко не связанной с мистикой тематике, но эта тема на самом деле меня очень сильно волнует. Я посвятил ей свои последние два видео. И последующее также будет посвящено ей. Ведь в вопросах популяризации науки и просвещения очень часто поднимается такая проблема, как работа на своих. Мы, популяризаторы, частенько получаем комментарии о том, что все, о чем мы говорим, и так понятно рациональным людям, но фанатиков мы никак не переубедим. Аналогичным образом дела обстоят и с офлайн-мероприятиями, ведь, как я полагаю, большинство из вас пришли сюда по собственной воле. Если вас держат здесь силы, можете моргнуть два раза, вам постараются помочь. Но для того, чтобы человек кликнул на научно-популярное видео, зачастую уже требуется какая-никакая, но мотивация к познавательной деятельности. Собственно, и большинство из вас, как я полагаю, критически отнесутся к подобного рода высказываниям. Технология по созданию ГМО была запущена инопланетной цивилизацией. Моя любимая Ирина Ермакова. Не хватает только женщин-амазонок-гермафродитов. Когда бактерии в шампанском видят яркий и сильный свет, то от неожиданности и страха их прохватывает понос. Они в бутылку газов и напускают. Владимир Жданов, с которым меня познакомили не слишком просвещенные учителя по биологии. Человеческая кисть возникла как приспособление к раскрыванию раковин двусторчатых моллюсков у наших дельфинообразных предков 5 миллионов лет назад. Люди произошли от рукастых дельфинов акродельфит. Виктор Тен. Для людей с научным мировоззрением подобные высказывания зачастую воспринимаются как какое-то развлечение, потому что их высказывают в слишком явно фрической форме люди, которые зарекомендовали себя как чудаки со смешными идеями. Но что если вам скажу, что вот этот вроде как чудак с вроде как смешной идеей сумел донести свои взгляды на происхождение человека до профессора, доктора биологических наук, известного нейрофизиолога и научного руководителя Института мозга Российской академии наук? Вы можете подумать, что это шутка, до тех пор, пока не захотите ознакомиться с одним из отзывов о его книге, который будет заканчиваться вот так. «Все долгие десятилетия научной жизни, вся моя интуиция, которая вела меня по ней, все за эту глыбу, за представленную Теном теорию антропогенеза». И эти слова действительно высказала Наталья Бехтерева. Взгляды Тена, к которым крайне сложно относиться серьезно и которым была посвящена лишь одна заметка от комиссии по борьбе с лженаукой в бюллетене в защиту науки номер 7, где отмечалось, что единственная причина, по которой специалисты вообще взялись разбирать идею Тена, это факт публикации этого пронаучного бреда в журнале, входящем в списки высшей аттестационной комиссии, ВАК. То есть кто-то пропустил из научных редакторов подобную пронауку в академическое сообщество. Ну и, собственно, никто из специалистов и подумать не мог, что хоть кто-нибудь может воспринять идеи Бехтеревой, идеи Тена всерьез. Но это сделала сама Бехтерева, которая внучка того самого Бехтерева, автор более 400 научных работ. Она 18 лет руководила Институтом мозга человека РАН, и ничто из этого не помешало ей выступать с подобными идеями. И это не самое худшее. Кроме продвижения таких вот лженаучных, но в целом не представляющих угрозы для кошельков ее фанатов идей, она продвигала и откровенно мошеннические методики по развитию неких сверхспособностей. Ведь в конце 90-х и начале 2000-х, как грибы после дождя, начали расти различные курсы по развитию всего человеческого потенциала, личностного роста и так далее и тому подобное. И видное место во всем этом поколении New Age занимает Вячеслав Бронников. Собственно, его методики предлагают вам научиться исцелять неизлечимые заболевания, противодействовать пси-воздействиям, чтобы это не означало. Ну и, пожалуй, самое видное место во всем перечне услуг, что предоставляет его школа, занимает развитие некого альтернативного зрения. В чем его суть? Якобы человека можно научить видеть без помощи глаз и даже сквозь непрозрачные предметы.
Школа Бронникова функционирует и поныне, и чувствует себя вполне комфортно и успешно. Вот буквально вчера, 30 марта, проходило подобное мероприятие, где за каких-то 5000 рублей вы на шажок приблизитесь к статусу сверхчеловека. Ну, правда, за последнее время Вячеслав Бронников несколько поумерил свой пыл, и вот эту эстафету по превращению простых смертных в сверхлюдей перенял его сын Владимир Бронников. Собственно, как выглядит подобное альтернативное видение? Школьники, которые поворачивают голову, играя в шахматы, таким образом, как будто у них остается поле зрения между носом и повязкой. Взрослые, надевающие повязки и делающие странные телодвижения руками. Я предположу, что это йога для бедных. Ну и, собственно, сам фокус с ручкой, когда, опять же, человек тянется за предметом, который находится в поле зрения между повязкой и носом. Чем же Бронников отличился? Тем, что в 2001 году, можно следующий слайд? Тем, что в 2001 году Бехтерева предложила ему доказать свои сверхспособности и провести проверку на базе Института мозга человека Российской академии наук. Собственно, проверка была проведена уже в 2002 году. Бехтерева опубликовала статью о так называемом альтернативном зрении или феномене прямого видения, в выводах которой она сообщила: экспериментально показано существование феномена так называемого альтернативного зрения. Кроме этого, Бехтерева предположила, что ученики Тена научились видеть кожей, называв это кожным зрением. По-моему, это такой прием рационализации увиденных якобы сверхспособностей. Естественно, подобные заявления вызвали шквал критики как от научного сообщества и комиссии по борьбе с лженаукой в лице Эдуарда Круглякова, который особенно раскритиковал тот факт, что Бехтерева направила письмо президенту с рекомендацией внедрить методики обучения по Бронникову в курс спецслужб. Ну и огромное количество публицистов, также критиковавших Бехтереву, побудили Святослава Медведева, директора Института мозга человека РАН, и сына Бехтеревой провести повторные проверки, по результатам которых существование какого бы то ни было кожного зрения было отвергнуто. Но сам Медведев сказал, что, возможно, ученики Бронникова научились видеть в инфракрасном диапазоне. И лишь спустя 2 года после смерти Натальи Бехтеревой ее сын высказал мысль о том, что, скорее всего, ученики Бронникова развили в себе единственную способность — искусно подглядывать. На сайте школы Владимира Бронникова висит наизабавнейший баннер, на мой взгляд. «Осторожно, мошенники!» Но, правда, предупреждает он вас не о этих самых мошенниках, а о тех, кто предлагает вам методики неправильного развития альтернативного зрения. Ведь стать сверхчеловеком можно, следуя лишь методикам самого Вячеслава Бронникова. По-моему, это очень забавный пример явления, хорошо известного в зоологии, как паразитизм второго порядка или суперпаразитизм, или сверхпаразитизм. Ведь методики Бронникова по его альтернативному зрению многократно разоблачали как профессиональные иллюзионисты, так и журналисты. Но самое ироничное из всего этого, что телеканал ЕСО ТВ также разоблачил методики Бронникова. Что же в этом ироничного? Ну, то, что ЕСО ТВ специализируется на репортажах о сверхъестественном и работе с экстрасенсами. То есть ЕСУ ТВ, будучи эзотерическими коллегами Вячеслава Бронникова, разоблачили его вполне успешно, но увидеть столь явное мошенничество оказалось не по силам Натальи Бехтеревой, именитому ученому. Возможно, все дело в том, что ее взгляды, в принципе, были несколько смещены в сторону Нью-Эйджа. Этот вопрос уже обсуждали, но под Нью-Эйджем понимаются старые мысли о эзотерике, потенциале человека в наукообразной оболочке. Мы говорим уже не о развитии там каких-то сверхспособностей, а о развитии мозга, которое якобы может дать эти сверхспособности. Ну, собственно, вам тут и вера в прозорливых болгарских старушек. У меня есть видео 2015 года о Ванге. Если вы не знаете, что с ней не так, я рекомендую вам его посмотреть. Тут вам и натуралистическая ошибка «Природа много мудрее нас», и даже какой-то неврологический дуализм, от которого отошли в науках о мозге еще в первой половине 20 века. Ну, имеется в виду, мысль существует отдельно от мозга. Таким образом, никакое количество научных регалий, наград и премий не может гарантировать, что человек не будет заниматься пропагандой весьма сомнительных идей.
По сути, ничто не мешает быть человеку, одновременно успевающим ученым и двигателем обскурантизма. Ничто не мешает ученому вступить в этот клуб. Фрик-клуб. Но никто из его участников не скажет вам о вступлении. Ведь первое правило клуба – не упоминать о фрик-клубе. Второе правило клуба – никто не упоминает о фрик-клубе. И действительно, если вы захотите сравнить количество критических разборов в том же, в интернете, просто введя критику на какого-нибудь Владимира Жданова или Ирину Ермаковой, и количество критических работ, посвященных вот таким вот участникам этого подпольного клуба, то обнаружите, что критика по явным фрикам значительно перевешивает тех, кто из подполья науки занимается пропагандой пронаучных идей. Сегодня мы слегка пошалим и, не сильно нарушая первые два правила клуба, поговорим вот о таких ученых, которые, несмотря на достижения и видный вклад в развитие нашей культуры и сферы наших знаний, все-таки впали в некоторые заблуждения. Этот человек, Ансел Кейс, получил свою известность еще в годы Второй мировой войны. Его нанял военный департамент США для того, чтобы он разработал достаточно компактный паёк, который бы помещался в карман солдата и вместе с тем обладал достаточной питательностью для обеспечения его работоспособности. Кейс преуспел, и по итогу такие сухпайки получили название «кей-рацион». Причем по заявлениям людей, которые работали также в этой сфере, буква «кей» как раз досталась в честь Кейза. То есть интерес со стороны силовиков уже способствовал росту авторитета Ансела. Далее, в 1944 году он приступил к исследованию биологии человеческого голодания. Причем его мотивы были весьма и весьма благородны. Он понимал, что в послевоенной Европе будут проблемы с продовольствием. А раз это так, то надо выяснить, собственно, чем же это чревато и как наиболее оптимально подойти к реабилитации жертв войны. Он не успел завершить свое исследование, война закончилась раньше, но все-таки вскоре полученные результаты он отправил в международные организации по всей Европе и также местные организации, которые занимались помощью жертвам войны. Это также способствовало укреплению вот этого представления о Кейзе как о таком благородном ученом. Но на этом он не остановился и уже в 1958 году приступил к изучению одного интересного феномена. В послевоенной Европе, в связи с тем, что был недостаток продовольствия, начали меньше болеть сердечно-сосудистыми заболеваниями. А вот в США наблюдали интересную корреляцию. Чем больше заработок был у человека, тем больше риск возникновения у него какой-нибудь ишемической болезни сердца наблюдали. Ну и, собственно, Кейс проанализировал диеты разных стран, поэтому и семь стран Европы, и пришел к выводу, что виной всему холестерин. Он связал потребление насыщенных жиров, холестерин, который, по его мнению, вытекал отсюда, и, собственно, сердечно-сосудистые заболевания. Его опубликовали на обложке Time в 1961 году, чего удостоились очень немногие ученые, и СМИ старательно популяризировали его взгляды. Он был очень известным диетологическим авторитетом. Позицию о том, что насыщенные жиры вызывают сердечно-сосудистые заболевания, приняли практически все. В химическом отношении насыщенные от ненасыщенных отличаются лишь наличием простых или двойных связей между молекулами углерода. Ну и насыщенные жиры, например, сыр или молочные продукты и мясо большинства млекопитающих, это все с преобладанием насыщенных жиров. Ну а растительная пища с преобладанием ненасыщенных. Но далеко не вся, есть исключения. Время шло, и мы начали наблюдать странные закономерности, которые получили название парадоксов. Например, израильский и французский. В чем суть израильского парадокса? Несмотря на то, что там в культуре, в общем-то, не очень принято, и люди не потребляют большое количество насыщенных жиров, там достаточно высока распространенность сердечно-сосудистых заболеваний. В то время как во Франции, где потребляют относительно много насыщенных жиров, напротив, частота возникновения невысока. Можно придумать сразу два объяснения, либо есть какие-то неучтенные факторы, которые мы не рассматриваем при анализе вот этих стран, либо связь насыщенных жиров и сердечно-сосудистых заболеваний преувеличена. Собственно, это проблема большинства корреляционных анализов, то есть анализов, якобы выявляющих взаимосвязь, но это вовсе не взаимосвязь. Ведь если мы посмотрим на расходы на науку в США и самоубийство от удушения, и будем следовать логике Кейса, то можно заключить, что ученые душат простых людей. Но это будет далеко не так.
Время шло, и конец 90-х, начало 2000-х ознаменовали огромное количество метаанализов и систематических обзоров по теме насыщенных жиров и сердечно-сосудистых заболеваний. Собственно, метаанализы и систематические обзоры, по сути своей, представляют верхушку объективности и наименьшей предвзятости научного знания. Разумеется, и с ними есть некоторые проблемы. Если исследователь будет подходить изначально к подбору материалов кучи статей, суммируя их в одну, так называемый метаанализ, предвзято, то будут не очень объективные данные, но все-таки из того, что у нас есть, это верхушка вот этой доказательности в науке. И большинство из этих обзоров массовых не выявило такой плотной связи между насыщенными жирами и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а некоторые и вовсе отвергали какую-либо закономерно связанную с потреблением насыщенных жиров. 53 года спустя журнал Time принес извинения. Простите, ребята, мы пропагандировали не те мемы. Но обратите внимание на формулировку. Ученые ошибались. Это не наш косяк, это все ученые с их странными загонами. Хотя уже в 70-е находились специалисты, которые оспаривали вот эту связь между насыщенными жирами и сердечно-сосудистыми заболеваниями. И основная проблема тут в том, что Кейс увел взгляды о рационе и связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями в сторону жиров. Ну а Джон Юткин уступал с пропагандой опасности повышенного потребления сахаров. И он критиковал Кейса в его исследовании и книге «Чистый, белый и смертоносный». Юткин также был несколько предвзят. Он связывал сахара не только с ожирением, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но там чуть ли не с психическими расстройствами. И Юткин не был так популярен, он не был таким большим авторитетом. А Кейс, кроме того, что получил некоторую популярность, был невероятно харизматичен и прям в своих утверждениях и выводах, которые он преподносил для СМИ. Собственно, он публично высмеял Юткина, таким образом выиграв этот версус. Ну, версусы не лучшая форма ведения научных дискуссий, поэтому две стороны эти были предвзяты, и выяснить правду там не представлялось возможным. В диетологии, в принципе, все сейчас не очень хорошо, потому что очень сильна эта предвзятость авторитета. Появляется какой-нибудь новомодный диетолог, объявляющий какое-нибудь вещество виновным во всех человеческих заболеваниях и грехах, и если у него достаточно высокий статус, ему начинают верить. Хотя по рекомендациям, которые можно сделать из метаанализов, нельзя делать столь громких заявлений в сфере питания. От этой предвзятости, как у этих двух ученых, не застрахован никто, даже нобелевские лауреаты. Кэри Мулис получил Нобелевскую премию в 1993 году за изобретение метода полимеразной цепной реакции. ПЦР – один из самых используемых методов молекулярной биологии. Он позволяет получить вам копию нужного фрагмента ДНК, воспроизводя его буквально по экспоненте в огромном и огромном количестве. Ну, собственно, у ПЦР существуют модификации, которые действительно делают этот метод самым используемым в молекулярной биологии. Вместе с тем, несмотря уже на такие значительные достижения Мулиса, по сути, ему молекулярные биологи всего мира должны быть безмерно благодарны, выступает с лекциями открытыми и до сих пор ведет научную деятельность. Например, на TED вы можете найти его выступление, где он рассказывает о весьма перспективных и интересных подходах к мобилизации человеческого иммунитета. Но нельзя не отметить и тот факт, что Мулису 73 года, и выглядит он весьма и весьма живо, открыто заявляя о своих экспериментах с психоделиками и галлюциногенами. И можно поспекулировать насчет связи между его харизмой и потреблением данных психоактивных веществ. Но все тот же Мулис, которому безмерно благодарны молекулярные биологи всего мира, выступает с отрицанием антропогенных факторов в изменении климата, то есть влияние человека на климат, считает, что вирус иммунодефицита человека не вызывает синдром приобретенного иммунодефицита, что является классической риторикой всех ВИЧ-отрицателей. И как вишенка на торте верит, что астрология действительно может что-нибудь рассказать о вашей жизни и судьбе. Эти и другие вещи он написал в своей автобиографии «Танцуя голым в поле разума». Я опять же немножко поспекулирую и предположу, что дело во все тех же галлюциногенах. Никогда не знаешь, какое количество ЛСД поможет тебе изобрести полимеразную цепную реакцию, а какое заставит разговаривать со светящимся зеленым енотом. И это не шутка. Он написал этот случай как факт похищения его инопланетянами.
Он гулял по лесу близ своих имений и наткнулся на странный свет, подошел, увидел енота, который сказал ему: «Добрый вечер, доктор». И если подобные психоделические флешбеки воспринимаются весьма и весьма забавно, то гораздо менее забавным представляется то, что Мулис был отрицателем ВИЧ. Он написал предисловие вот для этой книги, что если все, что, как вы думали, знаете о СПИДе, на самом деле неправда. Чем примечательна данная книга? Тем, что ее автор вскоре умерла от СПИД-ассоциированного заболевания. Но самое грустное в том, что умерла и ее 3-летняя дочь от данного заболевания также, что можно было бы предотвратить просто банальным приемом антиретровирусной терапии в период беременности. Ну, по сути своей, Мулис двигает даже не свои взгляды, а взгляды своего соратника, другого молекулярного биолога, профессора и весьма странного человека, Питера Дюсберга. В 1989 году он воспользовался существовавшей тогда возможностью публикации в научном журнале без предварительного рецензирования, то есть без проверки и качества, собственно, того, о чем он пишет. Журнал PNAS назывался, и это был последний случай, когда опубликовали в этом журнале что-нибудь без предварительного рецензирования. После Дюсберга эту лазейку закрыли. Редактор снабдил вот подобным таким комментарием: «Если вы желаете опубликовать эти неподтвержденные, расплывчатые, предвзятые и вредные утверждения, пусть будет так, но я не вижу, как они могли бы быть убедительными для любого научно подготовленного читателя». Дюсберг для научного сообщества сегодня воспринимается не более чем фрик. Его рассматривают как феномен, а его конспирологические идеи о том, что ВИЧ и СПИД никак не связаны, и СПИД возникает из-за употребления запрещенных препаратов и неправильного образа жизни, а также от употребления лекарств, предотвращающих развитие дальнейшей ВИЧ, рассматривают исключительно как проявление фричества. Но это не мешает Дюсбергу с его научными регалиями быть видным авторитетом в глазах ВИЧ-отрицателей. И из-за этого на его совести лежит даже не сотни и не тысячи человеческих жизней. В 2000-х годах его пригласили в качестве эксперта в ЮАР, когда надо было решить, а собственно какой курс выберет эта страна в позиции ВИЧ-СПИД. И Дюсберг убедил правительство на 8 лет, что ВИЧ и СПИД никак не связаны, таким образом на 8 лет вогнав ЮАР в стадию ВИЧ-отрицания. И по моделям, которые воспроизводились для анализа, собственно, жертв, которых можно было бы избежать, 171 тысячу случаев ВИЧ-заражения можно было бы предотвратить, и 343 тысячи случаев смерти от СПИДа, ну и СПИД-ассоциированных заболеваний, также предотвратить. Но, к сожалению, очень часто подобные деятели влияют на человеческое здоровье. И даже Нобелевская премия не способна гарантировать, что человек будет абсолютно адекватен и не предвзят в своих суждениях. Ну хорошо, а что если мы возьмем две Нобелевки? Лайнус Полинг – один из немногих людей, у которых есть как раз две Нобелевские премии. Всего 4 человека во всем мире, у которых две Нобелевские премии в различных областях человеческой деятельности. 1954 по химии и 62 за мир. Кроме того, у него есть Ленинская международная премия за укрепление мира между народами. То есть помимо того, что Лайнус Полинг был действительно выдающимся ученым, он также являлся и миротворцем. Его соратник Эйнштейн, который также был миротворцем, как вы знаете, сказал в 1951 году в городе Принстон, где и была сделана эта фотография в этот же год, что Полинг — это настоящий гений. То есть статус Полинга был действительно очень высок, и у него есть действительно большой вклад в нашу культуру и наши знания. Его работы по химическим связям, кристаллографии и куче других областей, они очень и очень хорошего качества, но даже он, даже этот человек не смог устоять перед всеми ошибками мышления, которые совершают все люди. По сути, слабым местом Полинга было его здоровье, и в этой сфере он оказался очень внушаем. В 60-х годах он начал пропагандировать идею о том, что большинство заболеваний связано с тем, что человек потребляет недостаточно определенных веществ, поступающих с пищей, и что путем принятия каких-то колоссальных, гигантских доз витаминок можно предотвратить у себя не только там простуду, но и шизофрению, даже какой-нибудь рак. В 1973 году он основал Институт ортомолекулярной медицины, и, собственно, его взгляды и легли в основу этого лжемедицинского направления.
ортомолекулярная медицина. Впоследствии институт переименовали в честь Полинга, ну и он занимается на данный момент не только такими вот сомнительными исследованиями, но ведет и вполне себе научную деятельность. Все исследования, которые показывали, что нет никакой связи между употреблением витаминов и профилактикой рака или психических расстройств, собственно, даже как и простуды, Лайнус Полинг отвергал как неправильные и говорил, что это все плохая наука, а вот моя только хорошая. Так что этот человек пытался апеллировать к собственному авторитету, но в истории науки существует огромное количество примеров того, когда, лишь отказавшись от веры в единственный научный авторитет, люди и ученые в целом, ну, все мы люди и ученые в частности, получали действительно объективные знания о мире и открывали необходимые для нашего познания закономерности. И мой любимый пример — это хромосомы. Сегодня любой десятиклассник скажет вам, что у человека 46 хромосом. И несмотря на то, что один также известный профессор, доктор исторических и политических наук, а также министр культуры утверждает, что у всех россиян их 47, мы не поверим этому авторитету. Но ученые начала 20 века верили в подобные авторитеты. Один из исследователей, Теофилиус Пейнтер, в 1921 году посчитал количество хромосом в миотических клетках человека, насчитав 24, и, соответственно, у нас с вами, как у организмов с диплоидным набором хромосом, их будет 48, опубликовал свою статью уже в 1922 году. И многие ученые приводили в академических иллюстрациях вот эти 48 хромосом. Долгие годы эти исследования воспроизводили, что у человека действительно 48 хромосом. Но лишь в 1956 году два исследователя, все-таки придумав новые методы исследования хромосом, пришли к выводу, что, по-видимому, их 46. И самое забавное во всей этой истории — это реакция тех людей, которые ранее подтверждали выводы Пейнтера. Мол, мы действительно сначала насчитали их 46, но Теофилиус Пейнтер, будучи видным авторитетом, не мог ошибаться, и мы считали так долго и так упорно, пока не начинали видеть их 48. Оруэлл наверняка что-нибудь бы рассказал о подобных методиках счета. Закончить и подытожить мысль я бы хотел цитатой Карла Сагана. «Едва ли не первая заповедь науки — не доверяй авторитетам. Утверждения самого авторитетного лица подлежат такой же точной проверке, как и любые другие». Вы, возможно, знаете данную схему. Она иллюстрирует область человеческого знания и нашу специализацию в этой области в зависимости от уровня образования. Так вот, доктора наук приближаются к самой периферии нашей области знаний. И, по идее, вот эта планка доказательств, после которой мы принимаем их теории, их гипотезы, она должна только повышаться по мере приближения к периферии. Но в общественном сознании эта планка падает, ведь он видный исследователь, он ученый, у него куча наград и премий. Нельзя допускать подобное падение планки, даже для общественного сознания. Будучи учителем, я вижу проблему в том, что в естественных науках очень большое внимание уделяется фактологической составляющей. Мы говорим детям о том, что есть такое-то событие, открытое тем-то и тем-то, тогда-то и тогда-то. Но по факту, делая ориентацию на фактологию, мы упускаем одну очень важную мысль о том, что наука — это не только набор определенных знаний, это в первую очередь способ мышления. И если мы будем говорить о том, что это способ мышления, то в том числе надо говорить детям о том, что и недопустимо верить в авторитеты. Нужно говорить о каких-то промахах самых видных деятелей. Социальные психологи посвятили проблеме предвзятости авторитета не одну сотню исследований. И краткий вывод состоит в том, что для нашего восприятия очень удобно иметь какие-нибудь авторитеты, особенно в тех областях, где мы не являемся специалистами. Но как часто, имея авторитеты, мы не замечаем, что авторитеты начинают иметь уже нас. И, как обычно, будьте критичны к собственным убеждениям и авторитетам. Большое спасибо. А вопросы? Да.
Ну, хорошо только, чтобы остальные также задали, да. Как можно заниматься наукой, не имея соответствующего образования? Ну, вообще, научно-академическое сообщество устроено таким образом, что сначала все-таки надо получить образование и как бы почерпнуть вот этот пласт уже накопленных знаний, прежде чем приступать к исследованию каких-то собственных идей, гипотез и так далее. Хорошо. Так, ну и мой вопрос. Это в принципе, все. Видео про алкоголь, запойный трэш, да. Ты говорил, что влияние алкоголя достаточно незначительно на организм. Я такого не утверждал. Все, не вопрос утверждал, но, в дозе. Но ты говорил, что, да, именно в меру. Да. Именно в том, что... Это преувеличено вот в этой псевдонаучной фрической Ждановской деятельности. Общее дело – это компания Жданов, да. Да. Вот. И в «Догме наркополитики» ты сказал, что алкоголь – это один из самых вредных наркотиков, но это статистика. Это... По методу, да, я поясню. Да. Это весь вопрос, да? Да, это вопрос, вот такое небольшое противоречие, поясни, пожалуйста. Смотри, метод экспертных оценок, которым, собственно, исследовали вот эту список как бы из наиболее опасных психоактивных веществ, он учитывал несколько критериев, и алкоголь занял одно из первых мест именно из-за критерия социальной опасности. Вот. Злоупотребление алкоголем часто связано с ведением социального образа жизни и, собственно, риском попадания в какой-нибудь ДТП или драки в баре, которая может перерасти в убийство. Ну и, собственно, поэтому и выделили алкоголь на верхушку этого списка. То есть критерий не в здоровье, а в социальном? Социального фактора, да. А, ну спасибо, клевый костюмчик. Спасибо. Спасибо за лекцию. У меня два вопроса. Один достаточно быстрый, а второй с ним связанный. Первый. Были ли у тебя какие-нибудь веганы, которые приводили в пример, что вот ненасыщенные жиры, так как они уменьшают, по идее, риск сердечно-сосудистых заболеваний, а вот эти вот все насыщенные они увеличивают. Поэтому давайте мы будем... Не будем есть мясо, где все вот эти вот насыщенные жиры есть, и не будем есть молочную продукцию. Проводили ли когда-нибудь веганы подобные аргументы? Ну, во-первых, вопрос, были ли у меня веганы? Нет, у меня веганов не было. А вторая часть насчет того, что веганы, в принципе, да, такие аргументы, естественно, приводили насчет насыщенных жиров и того, что, небольшое пояснение, кстати, да, раз уже задали такой вопрос насчет насыщенных и ненасыщенных жиров, часто приводят в пример Джона Юткина, который противопоставлял мнение о злоупотреблении сахаром как главного фактора в противовес кейса, говоря о том, что это все проплаченная наука, и у Юткина задавили сахарные магнаты, то есть сахарная промышленность. Но это на самом деле не так, потому что у кейса также были подобные как бы лоббистские оппоненты, ведь, по сути, насыщенные жиры – это жиры, абсолютно большинства млекопитающих, жиры в мясе абсолютно большинства млекопитающих. То есть лоббистские интересы есть и тут. И веганы очень часто приводят примеры того, что, ну вот видите, насыщенные жиры приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям, надо от них отказаться. Да, такой пример аргументации приводили, но это неправда, не совсем правда. Как минимум, а как максимум полная неправда. Ну вот, а второй вопрос. Как все-таки либо защититься от подобной аргументации, либо доказать несостоятельность подобной аргументации? Ну, доказать все теми же метаанализами и крупными систематическими обзорами, а защититься, ну, я предпочитаю не защищаться, я предпочитаю выслушивать. Вы упоминали о употреблении ЛСД. А как вы относитесь к употреблению ЛСД в целях расширения сознания? Главное не расширить свое сознание до тех пор, пока мозг не выпадет, понимаете? Все дело в том, что, опять же, ЛСД, в принципе, это перспективное направление в исследованиях для психотерапии той же. Есть интересные очень данные по этому вопросу, но в качестве такого рекреационного препарата, ну, вероятно, есть некоторые риски. Вообще вот Фейнман, которого также упоминали в предыдущем выступлении,
Он пробовал много разных психоактивных веществ за свою жизнь, он также это описывал, но конкретно от ЛСД он отказался по той причине, что боялся повредить как бы своей личности, сознанию, интеллекту и всему в этом духе. Да. В ходе лекции сейчас прозвучали фамилии ученых-естественно-научников, да. И с ними, в принципе, ну, их утверждения, они проверяются экспериментом, повторяемостью. А что делать с учеными, чьи мысли, чьи догадки экспериментом не проверишь? То есть это, к примеру, социологи или историки, которые здесь вот как раз-таки, я считаю, авторитет все-таки что-то решает. Что-то решает, но вообще авторитет, в принципе, ну, это достаточно хорошая вещь, опять же, для нашего восприятия, но тем же социологам давать право на основании их авторитета делать громкие заявления точно не стоит. И социология — это вполне себе наука, у нее есть свои методы, и можно выявить, какие из взглядов наиболее близки к объективной реальности. А историки? У них тоже есть свои методы, я, к сожалению, не историк, и достаточно плохо знаком с методами в истории. Здравствуйте. Можно это, да, задам вопрос? Спасибо вам за лекцию, отдельно за видео на YouTube, они очень вдохновляют. Вопрос такой, что, где для вас проходит грань между ученым, который ошибается, и фриком, кроме постсознания, что он был неправ? Почему условно Эйнштейн, который мог пропагандировать общую теорию относительности, не зная еще, что она верна, является ученым, а Кейс, который пропагандировал свои взгляды, он фрик? Кейс отвергал взгляды, которые не вписываются в его концепцию. Вот это очень важный момент. Когда ученый перестает быть ученым и становится неким авторитетом самим для себя и считает, что лишь его мнение единственное верное, а все остальные неправы, ну вот это, наверное, переломный момент. Есть, когда Эйнштейн говорил, что Бог не играет в карты, он действовал как фрик? Тем самым мальчиком был Альберт Эйнштейн. Я не склонен к философствованию в этом вопросе, поэтому... Можно вопрос сверху? Да. Нет. Скажи, пожалуйста, вот ты как уже, значит, ну как бы юный, ты еще юный изобретатель, ученый, исследователь, и все здесь, кто сидят, они тоже юные исследователи. Какими качествами должен обладать хороший исследователь, и что нужно сделать, чтобы не скатиться в фрика? Ну, просто придерживаться методов науки. В принципе, наука как способ познания мира, как образ мышления, она действительно формирует вполне себе четкие критерии, которых стоит придерживаться. Ну вот один из них, как я посвятил выступление данному критерию, просто не верить в авторитеты, а подходить более объективно к изучению интересующих вас вопросов. Но ведь получается так, что эти ученые, они обладали теми же Нобелевскими премиями, но почему-то они... скатились во фриков. Но Нобелевская премия, она показывает как бы вклад человека в определенную область человеческого знания, но она не является гарантом того, что этот человек будет каким-то непогрешимым авторитетом в глазах научного сообщества. Этот человек все тот же человек, он все так же может ошибаться, и вот это вот главная мысль. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Я хотела спросить о авторитетах не личностных, а авторитетах источников, потому что допустим, вот у нашего старшего поколения источники вот просто показали по Первому каналу, в уважаемой газете написали. Невозможно переубедить старшее поколение о том, что это бред. Как от этого защититься? Вот, честно, сил нет. Ну, это предвзятость предубеждения. Честно говоря, как бороться с доверием к телевидению, для меня самого большая загадка. Ну, вероятно, все теми же методами, что и мы занимаемся просвещением, разоблачая и говоря о том, как дела обстоят на самом-то деле. Вопрос в том, насколько это эффективно для людей старшего поколения, это, собственно, вопрос о том, насколько вообще можно переубедить закоренелого и убежденного в собственных взглядах человека. Он сложный. Здравствуйте снова. Ладно. Ну, никто не даст вам ответ. Можно я? Да. Мы тут долго стоим с другой. Да, влево. Да, три часа. Да, вижу. Привет. У нас такой тут в этой части зала вопрос сформировался. Бывало ли такое, что ты в своих видео делал какие-то утверждения, и потом сам понимал, что это не совсем верно? Или тебя кто-то в них переубеждал, ты понимал, что ой, да, это неправильно,
И как ты потом разбирался с этой ситуацией? Значит, были у меня некоторые оговорки, но они больше такого технического характера. Например, там про малярную массу молекулы этанола. Что я сделал? Опрос, видео на YouTube позволяет делать опросы такие коротенькие с пояснением, здесь я ошибся, какая на самом деле молекулярная масса этанола. И люди выбирали, собственно, к моему удивлению, большинство указало правильно. Да. Ну а в таких вот крупных фактологических именно ошибок, ну, насколько мне известно, насколько мне писали люди, нет, я себя не замечал. Спасибо. Пожалуйста. Так вот, да, снова здравствуйте в третий раз. Я здесь. Алло. Мне вот интересно, были ли у вас какие-либо научные авторитеты, если вдруг они оказывались вот в этом самом фри-клубе, как вы с этим потом справились вообще? Ну да, всегда сложно жить, когда твой мир рушится. Но я, в принципе, не склонен к мышлению вот такими категориями, что это авторитет, значит, он прав. В принципе, нет, у меня не было, но вклад в молекулярную биологию того же Кэрри Мулиса, он очень и очень велик. То есть, ну, в некотором смысле его можно назвать авторитетом, но в то же время столь громогласные заявления, что он делает, ну, не позволяют как бы считать его каким-то вот деятелем, на которого там хочешь быть похож, который является авторитетом, как фанатом. Вот. Ну, поэтому нет, у меня не было таких личностей, которым я питал прям невероятную симпатию на основании их авторитета. Здравствуйте. Все ваше выступление, все пыталось... Я здесь. Прямо перед вами. Да. Да, все выступление я как-то вспоминала эти 10 ритуалов, которые нам давали в самом начале. Все ждала, когда будет убывающая луна. Вы мне не ответите на один вопрос. Как вы сами относитесь к свободе человека решать, какими лекарствами ему лечиться, видеть ли ему зеленых енотов, собственно говоря, если это... ну, относится лично к его жизни? Все дело в том, что зачастую подобные утверждения влияют не только на жизнь конкретного человека. Очень часто человек транслирует свои представления о том, что является правильным, на других людей. И пример с той книгой, для которой написал предисловие Кэрри Мулис, впоследствии мать умерла, и девочка также умерла. Он иллюстрирует это. То есть, ну, ребенок, у него по факту как бы... Возможно, он хотел бы жить, если бы эта девочка выросла. Но из-за неправильных представлений, из-за ложных предубеждений матери эта девочка умерла. И таких случаев очень много. Поэтому, говоря о том, что человек, ну, если это его заблуждение, пусть они остаются его, не получается так. В реальном мире он сложнее, и если человек заблуждается, очень часто это затрагивает и людей вокруг него. Добрый день. Я в левой части для вас. Вот. Опять же, вашей сферой интересов является разоблачение авторитетов и фриков. В связи с этим возникает вопрос. Увеличение популярности вашего YouTube-канала делает для вас, вас, для некоторых личностей, тоже неким авторитетом и довольно большим. И возникают ли у вас мысли по этому поводу? Может быть, вы не используете какие-то стилистические приемы в ваших видео, чтобы... Это как-то не выглядело не так как-то плохо. Ну да, не использую, я не аргументирую тем, что раз я это сказал, значит это правда. А вообще научный авторитет характерен для человека с какими-то научными регалиями, достижениями. Я не ученый, поэтому, собственно, мое мнение в тех областях, где я обозначаю, что это мое мнение, там какие-нибудь идеологические вопросы, оно никак не влияет на утверждения, которые не связаны с объективной реальностью. То есть есть идеология для меня, а для меня есть все-таки наука. И наука тем и как бы лучше идеологии, что она дает реальные ответы, а не транслирует свои предубеждения изначальные. Поэтому я ссылаюсь исключительно на научные источники. Если у меня где-то какие-то проблемы с этим, с радостью выслушаю, приму и скажу об этом своей аудитории. Добрый день. У меня такой вопрос. Что, если фрик — это преподаватель в университете или в школе? Потому что, будучи студенткой, например, мой личный преподаватель по супромату отрицал теорию МКТ.
И это не только затрагивает его самого или, например, его семью и друзей, это затрагивает студентов, это у более... которых, например, своего мнения по этой теме еще быть не может. Как бороться вот с этим? Потому это... что сил тоже нету. Это очень знакомая проблема, очень знакомая боль. Как я упоминал, школьного учителя по биологии, который пропагандировал идею Жданова. Но как с этим бороться, честно говоря, я не знаю. Это проблема для образовательной системы в принципе характерная, что зачастую есть как номинальные сотрудники, так и не очень квалифицированные специалисты. И, собственно, что с этим делать? Ну, я предполагаю, что, по крайней мере, высказывать свое несогласие. Потому что если будет не одно мнение, а хотя бы какая-то альтернатива, то, возможно, вы как бы снизите вред, который наносит вот этот человек с высоким статусом. А если вот, допустим, я опровергаю, но тогда аргумент такой. Я женщина, лично в моем случае, поэтому мой аргумент не ликвиден. Ну, весьма грустная история. Это все к аргументации к Савельевым и профессорам Савельевым, точно. Так что, ну, просто человек не умеет в логику. Надо ему подарить какой-нибудь справочник по этому вопросу. Да, еще два вопроса. Да, здравствуйте. У меня два вопроса. Первый. Как вы считаете, почему на данный момент именно в России и странах СНГ это такое тотальное доверие всяким, ну, уже науке? И второй. Моя бабуля считает себя экстрасенсом. Я серьезно. При этом этого человека нельзя переубедить, но как-то жить с ним надо. Ну, вообще, я не уверен, что именно в странах СНГ, лишь в странах СНГ, такая большая проблема с лженаукой. Потому что если мы посмотрим на исследования фонда Галлопа какого-нибудь в Штатах, там все те же цифры, все те же люди боятся ГМО, все те же люди верят в экстрасенсов, ангелов, демонов и прочие мистические атрибуты современного человека. Ну и получается, что это некоторая предвзятость, когда мы говорим, что это проблема лишь для СНГ, потому что мы видим лишь СНГ. Но по факту это вполне себе такая общая общественная проблема. А как переубедить бабушку, я не скажу. У меня есть вопрос еще, можно буквально? Да. Сегодня был такой вопрос про квантовую физику. Относительно масштабов, где кванты становятся у нас макрофизикой. Вот вопрос в авторитетах. Когда личные авторитеты, то есть когда нельзя относить... Ну, мы говорили о том, что авторитет ученого, по сути, не должен быть авторитетом ученого. Но при этом у нас научное сообщество предполагает, что у него есть авторитет. Да, у нас есть два там, столпа, что все опровержимо, ничто не истинно. Но все равно, когда вот личный авторитет группы ученых становится авторитетом научного сообщества, и насколько это плохо? Когда накапливается достаточное количество доказательств. Все-таки ученые — это все те же ученые, как я уже говорил, это все те же люди. Мы смотрим на закономерности, выявленные в хороших работах, с статистическим аппаратом, матанализом и прочее, прочее, прочее. То есть наибольшее количество данных, которое собирается, как бы делает вклад вот в это доказательство той или иной гипотезы. Гипотеза становится теорией, мы ее используем в повседневной деятельности. Практическое применение находим. Собственно, для меня это какая-то ложная дилемма насчет того, что есть там авторитет в науке, и когда он перерастает. Наука — это целая отрасль. Это, несмотря на то, что ее представляют отдельные люди, все-таки это целая отрасль, у которой есть международные организации, все те же, которые занимаются обработкой огромного количества доказательств. Например, в медицине это Кохрейн. Кохрейновские обзоры, они, в принципе, собирают информацию по тому или иному лекарству или методу и выдают свое заключение. Там, какие есть доказательства, насколько они сильны, там, слабые, средние или высокая сила доказательств. Ну и для медицины это особенно актуально. То есть, ну, вот этот момент, он не линейный. То есть происходит некоторая градация, и по мере накопления доказательств мы убеждаемся в том, что наша теория верна. Если она не верна, мы находим лучшую. И это динамический процесс. Валентин, какой вопрос был? Подождите, еще вопрос. Ну, у нас уже время. Хорошо, давайте. Маленький. Последний маленький вопрос.
Спасибо, во-первых, за выступление. И вопрос мини. Как, будучи еще не окрепшим критиком, школьником, например, не отхватить от фрик-клуба и понимать, кто из твоих преподавателей что говорит, может, какие-то советы? Я полагаю, что даже несмотря на юный возраст, читать какие-нибудь научно-популярные книжки любой человек может. И, в общем-то, при желании, если есть конкретная конкретный прецедент, например, у вас было такое представление, на уроке вы узнали, что оно иное, не сходится с тем, о чем вы думали ранее. Вы анализируете источники, откуда учитель взял это утверждение и откуда это утверждение было у вас. И анализируете работы, которые есть вот в области, связанной с этим утверждением, собственно, делая вывод о том, кто прав. Давайте закончим с вопросами. Валентин, какой был самый лучший? Насчет того, не становлюсь ли я авторитетом для некоторого круга лиц. А кто автор вопроса? Поднимите руку, если вы себя распознали. Ага. Можете кто-нибудь перенести или можете сами подойти? А вот я вижу, кому передать. Валентин, ты ведь еще не убегаешь после мероприятия сразу? Да. То есть можно будет еще пообщаться после людям с тобой? Вот, большое спасибо, что приехал к нам в Москву. Пожалуйста, приятно было для вас выступить.